Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как сделать очень простую снасть на сома для ловли с лодки на живца, естественно, с квоком. Значит, нам понадобится, как обычно, это груз любой формы, вертлюг, значит, поводок диаметр 0,6, разрывная нагрузка 62 килограмма. Так, нам понадобится термоусадочка, кусочек, значит, тройник и крючок. Значит, вот эта снасть, это на мелкого сома, там, примерно 2 килограмм, 2-3. Вот, если хотите знать, сом крупнее, туда придется брать вот такие вот крюки. Там 4-0, 6-0, то есть вот такого плана. Ну, я вам покажу на маленьком, на мелкого, небольшого, там около трешки. Итак, собираем. Значит, первым делом мы вяжем, как обычно, нижний крючок, это у нас будет тройник. Узел подбирайте сами под себя, я пользуюсь вот таким вот. Продеваем наше ушко, придерживаем пальчиками вот здесь вот. Две ниточки делаем, как бы зажимаем колечко и обматываем вокруг основной лесочки 6-7 раз. И остаток нитки продеваем в то колечко, которое мы пальчиками придержали. Вот так. И подтягиваем. Есть. Так. Отрезаем немножко термоусадочки. Нам много не нужно. Примерно закрыть вот эту вот эту часть. Здесь можно пропалить зажигалочкой. Я пока не буду делать, пока так покажу. Итак, значит, это наш нижний крючок. Значит, этот крючок мы будем, значит, в качестве живца я использую. Это может быть карасик, это может быть плотва, густера, подлещик, можно окунь. Ну, я беру примерно вот здесь на ладошечный размер вот эту вот снасть, примерно плотвичка ладошечного размера. Вот этот нижний крючок мы заводим под передний плавник, под головой который. Вот мы продеваем его под передний плавничок. Теперь нам нужно привязать таким образом крючок второй с таким расчетом, чтобы мы смогли продеть его под верхний плавничок. Вот как мы зимой мы рыбачим на жерлице под верхний плавничок. Также и здесь мы должны продеть его. Значит, примерно рассчитываем сантиметров 10. Вот. Значит, этот у нас будет впереди под плавничком. Этот будет у нас сверху, на спинном плавнике держаться. Примерно это будет сантиметров 10. То есть рыбка у нас не крупная, я жру. Это на ладошечную где-то вот рыбку я делаю. Вот если это вперед, примерно вот так вот. Вот так. Значит, что мы делаем? Уже показывал, кто смотрел видео. Пропускаем наш крючок и делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И возвращаемся пару раз назад. И опять же продеваем наше ушко.
Все, наш крючок на месте, никуда он уже не уйдет. И опять же, можем продеть кембрик. Вот так вот. Я пока не буду просаживать. Значит, получается вот такая вот снасть. Теперь, соответственно, мы берем наш верклюк. Кто-то вяжет на основную леску. Здесь делать петлю. Ну, петлю надо делать побольше, чтобы наши все тройник прошел эту петлю. То есть, ну, суть понятна, да? Делается петля. Вот так вот. То есть, когда мы соберем уже основную снасть на основной леске, у нас будет вот так вот карабин. И этот поводочек мы можем взаимозаменять. То есть, продели. Ну, суть понятна. Продели, пропустили через тройничок и крючок и затянули. Вот. Можно сделать, ну, как я делаю. Я просто вяжу. Я вяжу карабинчик сюда. Опять же, таким узлом, как мы вязали крючок нижний. Продеваем ушко, зажимаем пальцами две нитки и вкручиваем 5, 6, 7 раз. Ну, тут уже так, и продеваем в то место, где мы зажимали пальцами. Все. Так, и вот наша снасть, в принципе, готова на живца. Если живец можно будете брать поболее, нужно брать, естественно, нижний тройник побольше и верхний крючок побольше. Еще один маленький момент. Нам понадобится еще один небольшой вот такой вот кусочек кембрика. То есть, когда мы проденем под верхний спинной плавник, нам нужно будет крючок зафиксировать. Берем обычную термоусадочку. И вот так вот фиксируем его. Получается, наш крючок тогда не выскочит с рыбы, с плавника с нашего. Все, он будет держаться. И тем не менее, сом это все хорошо скушает. Так, вот такая получается у нас снастишка. Вот. Поводок примерно сантиметров 70, ну как обычно, 70 около метра, ну то есть тут уже, смотрите, по обстоятельствам. Ну я делаю примерно от 70 до метра. Вот такая вот получается снасть. Потрачено было 5 минут времени. Вот так это все просадим, потом можем зажигалочки просадить. Вот и такая получается у нас снасть. Итак, друзья, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи!